На, от просто зараз, пан Олексій, тільки не тікайте. Анатолій Шарій з нами на зв'язку зараз. Добрий вечір. Добрий вечір, Анатолій. Здравствуйте, Анатолій, друзья. Ну от я слухайте. Ми тут обговорюємо, і Валентин Гайдай згадав, що ваша партія в Україні роздає листівки з інформацією про коронавірус. І у нас так бурхлива реакція, зокрема Олексій Гончаренко. Я видел. Макс, я все это видел, просто я увидел, что там истерички в штанах. Я удовлетворен, во-первых, их истерикой. Я в последний раз. Но я что-то не допустил. Иван Крулько. Анатолий, добре, давай, Макс. Иван Крулько говорит, что... Представитель Батьківщины очень модной полиции, очень мощной. Но я бы просто хотел спросить, так а кто-то все-таки информировал население, помимо нашей полиции? Или что не так сказал человек, который там присутствовал? Вот этот вот у которого рвануло, да, вот это вот в розовом. Я, а может Анатолий быть, он раздавал? Может быть, Батьківщина раздавала? Может, Балашов со своим 0,03% раздавал? Ты бы раздавал Нидерландах, Толя! Которого сегодня мы были, Толя, на округе. Толя, несчастье, мы ты Гончаренко были на округе. Ты бы раздавал в Нидерландах. Что ты орешь? Дай где мне ты сказать, раздаешь? Мы не в равных условиях, я по скайпу. Где ты сидишь? Расскажи, где ты находишься, Толя, где ты? Я нахожусь в Нидерландах. О, ты хочешь приехать в Нидерландах. В гости? А что ж ты раздаешь здесь листовки, Толь? Так приедь, раздавай в Украину, Толь. Давайте спокойнее. Толь, что ты боишься сюда приехать, Толь? Окей, все, ты выкричался. Чего ты сюда боишься приехать, Толя? Олексій, давайте по-честному. Все, выкричался, закрой рот теперь, да я скажу, потому что ты же меня спрашиваешь, давай прокомментируй. И сиди там и молчи в своих Нидерландах, потому что ты только там можешь сидеть. Олексій, давайте на балку. Боишься приехать в свою родную страну. Анатолій, Олексій, давайте так, давайте мы зараз. Шановні, да, вот вы можете з'ясовувати стосунки там в Нидерландах, в Києві. У нас не рівні умови, у нас... Мы украинские политики, то, наверное, нам надо выяснять отношения в Киеве, в Украине. Пусть приедет в Украину. Олексій, ви поставили запитання, Анатолій Шарій зараз про дискусію зараз. Он поставил вопрос, он сам хочет на него сразу же ответить. Вы что, не понимаете, это такая технология, сразу же прокричать ответ. Смотрите, Алексей, возможно, не знает, есть такой сайт МВС Украины. Там вбиваешь розшук, особи, які знаходяться в розшуку. Ти вбиваєш і знаходиш. Тому що, коли Олексій лізав задницю Януковичу, Янукович мене поставив в розиск. І я в розиску знаходжуся в часи Януковича. Коли Олексій переключився на лізання задницю Порошенка, я знаходився в розиску. Так ти боїшся? Так і приїжджай, не прячься. Чого ж ти прячешся від своєї країни? Я не розумію, ти винуват? Чи ти дійсно винуват? Просто правду тебе ищуть? Висловлюватись інакше, Анатолій. Якщо тебе ищуть не по правді, то тогда чушь ты не приехал, приедь и докажи в своей стране. Ты сказал, ты здесь вспоминал Батьківщину. Зараз, можно вы же включили, можно по-разному относиться к партии Батьківщина, но когда Юлию Тимошенко арестовали, она никуда не сбежала, сидела она в своей верила, стране, потом вышла, а ты сегодня вызываешь с утра до вечера на допросы Порошенко, он ходит, Олексію, ты Политик. Толя, извини, не за слово. Ты сыкло, ты что, какой-то дурак? Так, Олексій, я не понимаю. Олексій, ну, извините, а иначе вы что, это назвать человек? Нельзя политик. За меня проголосовали, ну, не находясь в Украине. Да. А я сегодня... Я сегодня ты показал сегодня твой округ. Твой округ показал Одесскую область. Так приедь ко мне, да, на округ. Что ты его показываешь из Нидерландов? Понимаешь? Там все, там нет асфальта, так нет ничего. Так приедь ко мне на сидишь, округ. Ты тут сидишь, водничаешь в эфирах. Так ты приедь. В столичных эфирах. Я хожу своими ногами по своему округу. Ты сиди в округ, смотри, как люди живут, так они выживают. Чего ты орешь постоянно? Олексію! Анатолій, а ну стоп! Олексій, вы просто не припиняйте говорить. Олексій, чекайте, ну чекайте. Давайте по праву. Правилам гратися, Олексій, я розумію ви прекрасно. Говорите і говорите, і говорите. Ви не припиняєте говорити. У нас або дискусія, або ну що це? Да, Максиме, да. У нас цивілізація. Ми ж Європа, у нас європейська цивілізація, правда? Давайте важливу тему. Не факт. А, Європа це не Україна. Ми зараз в Україні, це он там в Євросоюзі.
Мы прямо так... Евросоюз. Да, я в Евросоюзе, я горжусь этим. Вы идете в Евросоюз, а я в нем. Дивіться, давайте, у вас є питання. Ви про... Простой вопрос, чего он боится приехать в Украину? Зафиксуйте відповідь Шарія. Ты что, странный? Ну повтори этот вопрос еще 16 раз. Ну, потому что я нахожусь в розыске, у меня взятие под стражу. Я прилетаю, меня берут под стражу. И что дальше? Делам. И одно дальше? Уже закрыто, второе мы закрыли. И что дальше с тобой случится? Что ты свои губы вот это берут вот вперед под стражу. Анатолий. И заткнись уже, дай мне ответить. Анатолий. Да, да, ну, ну берут под стражу. Будь ласка, підбирайте, будь ласка, шановні друзі. Ну берут под стражу. Зрозуміло, да. Ну йдеш, відвічаєш перед законом. Давайте ви поставите ці запитання вже поза нашою студією, тому що нам цікавіші інші запитання. Якщо можна, ви поставили запитання 10 000 раз.